мероприятии, посвященном празднованию Всероссийского дня физкультурника. Мы приветствуем в этом зале великолепных людей, которые без всякого преувеличения являются физкультурно-спортивным активом Тверской области. Я думаю, что этот праздник в этом году мы еще одним событием хорошим встретим. Давно такого не было, мне кажется, насколько я знаю, 19 лет этого не было. И в воскресенье наша Волга сыграет с московским «Динамо» по футболу, с первым его составом. Это тоже, я думаю, что хорошее будет поздравление. Мне приятно видеть в зале столько активных, подтянутых людей, для которых спорт стал не только увлечением, а нормой жизни, образом жизни. День физкультурника, пожалуй, самый массовый и демократичный праздник из всех существующих в календаре. Он объединяет сотни тысяч, миллионы людей, вне зависимости от статуса, возраста, профессии. На счету наших земляков множество достижений на российской и международной арене. За последние годы значение ключевого показателя, а я говорю о числе людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, у нас возросло более чем в 2 раза. Сегодня это каждый четвертый житель нашего региона. Количество людей с ограниченными возможностями, посещающих тверские спортивные школы, клубы, я говорю о регионе, секция увеличилась почти в 5 раз. В 2 раза стало больше тех, кто приобщился к здоровому образу жизни после 45 лет. Это тоже большая и очень важная победа нашего региона. И за это все я, конечно, хочу сказать слова огромной благодарности и признательности каждому из вас. Каждому, кто занимается спортом, живет спортом, и у кого спорт – смысл жизни. И поверьте, мы видим и ценим это. С наступающим праздником! Здоровья, терпения! Награждается медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ Первухин Алексей Михайлович. Также за значительный вклад в развитие физической культуры спорта в Российской Федерации Алексей Михайлович награждается благодарностью министра спорта Российской Федерации. Спортсмены Тверской области порадовали исполнительским мастерством, продемонстрировали характер и силу спортивного духа в честной и бескомпромиссной борьбе. Вручается двукратной олимпийской чемпионке Антонине Александровне Серединой. Дорогие друзья, дорогие мои, как говорится, можно сказать, что я житель Твери, Тверской области, его сейчас всех представляли, все эти регионы. Я в них прошла весь свой жизненный путь до 28 лет, начиная с деревни Ловцов. Поэтому я благодарна, что здесь меня помнят, встречают и горда тем, что в моем городе и в моей Тверской губернии очень сильно развивается спорт. И, конечно, это на благо здоровья нашего населения. И благодарна в том, что мой вид спорта, он в России и в мировом масштабе стоит в первых рядах. Еще раз спасибо большое.